14 ноября, пятница. Утром 383 и 514 стрелковые полки контратаковали на направлении главного удара противника, что обеспечило выход из окружения подразделений 40-й кавалерийской дивизии. Наступающим частям 1-го сектора содействовал из 2-го сектора 2-й полк морской пехоты, который неоднократно атаковал противника. Активно поддерживала огнем войска 4-орудийная 152-мм береговая батарея номер 19 под командованием капитана Драпушка, расположенная в районе Балаклавы. Враг обрушил на батарею огонь артиллерии и минометов. Дважды пожар угрожал погребам с боезапасами, но каждый раз батарейцы, не прекращая стрельбу, сбивали пламя. На правом участке 1-го сектора до позднего вечера шли кровопролитные бои. Противнику удалось выйти на восточные скаты высоты, на которой располагалась Генуэзская крепость. Однако захватить их полностью, как и порт Балаклаву, немцам не удалось. По приказу командующего Черноморским флотом и Севастопольским оборонительным районом от 12 ноября закончилась передислокация из Севастополя на Кавказ значительной части ПВО флота. Такое сокращение зенитной артиллерии отрицательно сказалось на интенсивности огня при отражении налетов вражеской авиации и борьбе с сухопутным противником. По приказу Октябрьского были начаты формирование и установка на сухопутном фронте 6 двухорудийных береговых батарей и 130-мм орудий, снятых с затонувшего крейсера «Червона Украина» и поврежденных эсминцев «Совершенный» и «Беспощадный». Во второй половине дня 4 Ил-2 и 4 Ил-16 штурмовали вражеские войска в районе Кучук-Мускамья и Варнутка, ныне села Резервное и Гончарное. Было уничтожено и выведено из строя 15 автомашин с грузами. При этом 1 Ил-16 погиб. Пилотировал его старший лейтенант Пьянов Василий Федорович, командир звена 2-й авиаэскадрильи 8-го истребительного авиаполка Черноморского флота. В сухих сводках архивных документов рядом с его именем стоит «Погиб, пропал без вести». Лишь мемуары командира 3-й авиаэскадрильи Денисова Константина Дмитриевича позволяют понять горечь переживаний от потери товарища. В ту ночь невеселые думы владели мною. Накануне погиб заместитель, старший лейтенант Василий Федорович Пьянов. Вне всяких сомнений он получил тяжелое ранение во время штурмовки, но, собрав силы, привел группу самолетов на аэродром, сделав 2 круга, и, видимо, больше усилий стоил ему выпуск шасси. Он сумел еще вывести машину на посадочную прямую, но тут, не долетев до берега 300-500 метров, самолет опустил нос и рухнул в море. Машина и летчик тут же скрылись под водой. Значит, опять завтра подписываться под казенным. Пал смертью храбрых. Сколько уже поставил подписи под такими скорбными документами, несущими семьям погибших слезы и горе.